друг другу подарки, вспоминаю, что на землю пришел Спаситель. Вся тьма поражена, и в этом нет никакого сомнения. Только сама тьма никак не хочет с этим смириться. Используя свое излюбленное оружие, ложь и невежество людей, тьма не оставляет своих попыток взять реванш. Делаем все так, что упадет наш враг. Заменим мы Христа на все земные блага. Прославим деньги мы, любовь грязную. Вот вам наш бал. Мы будем попадать, все извращать, все людям давать, чтобы они забыли раз и навсегда о нем, о Рождестве святом. Мы в каждый дом войдем, посеем там суету. Мы место Бога займем, убьем его мечту. Никто не вспомнит о том, что был рожден иудей, чтобы спасти людей. Никто! Мы обвиним умы, дадим им все, людям взаймы. Они за это нам будут служить и позабудут, как правильно жить. Мария, детки! Возьмите все, забудьте все взамен. У нас есть год, мы будем год пока все извращать, все людям давать. У нас есть год, мы будем год пока все извращать, все людям давать, чтобы они забыли раз и навсегда. Все извращать, все людям давать, чтобы они забыли раз и навсегда о нем, о Рождестве святом. Успевала, выполняя свои грязные планы. Их главная задача по истреблению памяти человечества о Рождестве уже практически выполнена. Люди стали одержимы идеалами тьмы. И теперь в сфере влияния корпорации тьмы оказался весь мир, за исключением одного маленького города. Исправить это досадное недоразумение прямо накануне Рождества отправляется спецгруппа «Альфа-Тьма». Thank you.
Алло? Алло, Танечка, вы подумали над нашим предложением? Это опять вы? Я же вам сказала, а мой ответ нет, нет и еще раз нет. И хватит мне уже звонить, а? Надо же, в праздники даже звонят, это вообще... Нет, я же вам сказала, идите подальше куда со своими предложениями. Телевизор. Что? Я говорю, телевизор включите. Зачем? Включите, включите. Для вас это очень важно. Ну, а какой канал? Для вас любой. Странно.
Любой канал. Ну ладно, что, мне трудно, что ли? Включу любой канал, пожалуйста. Вот вам, включаю. И что я тут? И это были все новости к этому часу. А теперь я бы хотел бы от лица всей общественности и вообще от лица всего мира обратиться к вам, уважаемая Татьяна Сергеевна. Да-да-да, к вам, к той, которая сейчас стоит предо мной. Стоит и упорно не желает впустить в свой дом новую жизнь, новое счастье, неслыханное счастье. Какое счастье? Вообще, о чем вы говорите? Какое счастье? А то самое, Татьяна Сергеевна, о котором мечтают все люди на земле. Я не понимаю, о чем вы говорите. Да вы не волнуйтесь, вы успокойтесь, пожалуйста. Хотя, конечно, я понимаю, к вам не каждый день обращаются вот так вот с экрана телевизора. Но что делать, Татьяна Сергеевна, если вы по-другому не понимаете, если к вам никак не достучаться, приходится вот так вот. Может быть, хоть таким образом мы вас хоть как-нибудь вразумим. Я, честно говоря, правда не понимаю, о чем вы говорите. Не перебивайте. И вообще не притворяйтесь. Вы же прекрасно понимаете, о чем я говорю. Нет. Послушайте. Что? Танечка. Ну что? Милая Танечка, вы же взрослый человек. А продолжаете, как наивный ребенок, верить во всю вот эту вот чушь. Мне кажется, я начинаю понимать. Вы говорите про Рождество? О, наконец-то. А что же еще я имею в виду? Ведь только вы у нас одна такая осталась. Уникальная. Я хочу сказать, что вы тормоз. Вы тормоз эпохи. Ну, посмотрите, на улице 21 век. Технический прогресс, повсюду нанотехнологии. И тут на тебе. Откуда взялась эта отрыжка средневековья, извините меня? Какое-то там Рождество, какого-то там Бога. Очнитесь. Вам что, вам не кажется это странным? Нет, потому что Рождество – это исторический факт. Это вы так думаете? Это такой же исторический факт, такой же недоказуемый, как и историческое существование Красной Шапочки. Слушайте, а может быть мы заодно и ее день рождения справим? А? В общем так, Татьяна Сергеевна, давайте прекращайте пудрить людям мозги и будьте как все. Я прошу вас, ну начните шагать в ногу со временем. Рождество это, я не знаю, это просто праздник зимы. Это ожидание Деда Мороза, день рождения Санта-Клауса, в конце концов. Да что хотите, это игры, пляски, подарки, веселье, но никак не Иисус. Я с вами абсолютно не согласна. Я прошу вас, не перебивайте меня. Ну как вы не поймете, что Рождество – это Христа, это исторический, это архаический атавизм, который себя давно изжил. Но я прошу вас, я просто умоляю вас от лица всей общественности, но не тяните вы нас в прошлое. Вы же как язва на теле общества. Что сразу язва-то? Мы просто вынуждены будем вас лечить, как опасный недуг. Я прошу вас. Я вас просто умоляю. Вразумитесь вы в конце-то концов. Подумайте. Иначе нам придется применять к вам более строгие меры. Подумайте. Мы вас предупреждаем. Не, чё он? Не, бред какой-то. Не, чертовщина какая-то. Вообще, здравствуйте. Еще и свет вырубили. Кто здесь? Свет! Слышь, тебя вырубили. Это твоих рук дело. Кто здесь? А чё сразу моих-то? Я чё, виноват, что тебе в этом доме места не хватило? Мне места не хватило? Да стоит мне только появиться, как ты сразу же исчезнешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, напугал. Ну давай, появись. Да будет свет. Да будет тьма. А я сказал, да будет свет. А я сказал, да будет тьма. А я сказал, да будет свет. Тьма. Свет. Тьма. Свет. Тьма, 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 тьма. Фу. Ладно,
Уговорил. Давай, не тебе и не мне. Да будет тьмет. О, ни тьма, ни свет, ни то, ни сё. Прямо как в душе у человека. Господи, Господи, я что, сошла с ума? Господи, что это? Не что это, Танечка Сергеевна, а кто это? Позвольте представиться, тьма! Тьма тьмущая! Но для вас, Танечка, можно просто. Тёмка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какие мы нежные! Кстати, Сергеевна, забыл вам представить. А вот это... А вот это... Садись, садись. Я сам в состоянии себя представить. В посредниках не нуждаюсь. Танечка, я понимаю, ты шокирована, увидев все это. Ну дай мне минуточку, я тебе все по полочкам разложу. Договорились? Ради всех людей мы пришли с небес. От престола Всевышнего и спокоя великого мы видели Эдем, Авраама и Петра. Мы были рядом с Голгофою, мы жили мир храня, но оказались ненужными. Ведь забыли Христа все люди по воле тьмы. Солгали они, что Спасителя нет, и сказали идти туда, где якобы свет. И осталась одна, там, где нет Рождества, где забыли любовь, что с небес вам сошла. Ты забыл ей сказать, что не доказать, что родился Христос. А вот здесь и вопрос. Даже если пришел, то сейчас где же он? Почему допустил, что мир об этом забыл? Ты не слушай его, он вообще несет бред. Я на этот вопрос лишь один дам ответ. Рождество — это сон, Рождество — это гон. У любого спроси, тебе ответит Бог. Не могу задать вопрос, но вы знаете Рождество. Позориться. Ой, не знаю, ничего не могу сказать. Но Рождество — это рождение Христа, когда Иисус воскрес. Иисус воскрес, воскрес. Не, я не хочу это сейчас. Я не о Рождестве ничего не знаю. Вы знаете, праздник Рождества — это, вы знаете, такой праздник, который... Это традиционный английский праздник, и то, что его празднуют в Англии. Воскресение Христа. Простите, а можно задать вопрос? Что вы знаете о Рождестве? Все знаю. О Рождестве вы ничего не знаете? Не-не-не. А об Иисусе Христе слышали? Как? Об Иисусе Христе. А? Не-не-не-не, этого не знаю, девушка. Не. Я много что там прочитал, но сейчас, честно говоря, уже забыл. Уже забыл. Вот что я говорил, все умы отравил. Я не трогал людей и их личных идей. Я лишь дал им понять, что-то надо менять. И забыли они, ты меня не вини. Ты посеял обман, я лишь выбор им дал. Обманул ты, сказав, что Бога нет. Ты не прав, я их не заставлял. Я лишь слово сказал, виноват разве я? У них своя голова. Зачем? Скажи мне, зачем? Тебе нужно то, что по сути ничто. Она пусть решает сама, во что верить и как. Кто друг, а кто враг. Как думаешь ты? Веришь во что?
психопаты! Я же уже давно поняла, это же как в сказке. Вечный конфликт добра со злом. Ребят, я-то здесь при чем? Танечка, остынь, садись. Ну какой может быть конфликт, Танечка? Ведь конфликт – это когда что-то одно можно противопоставить чему-то другому. Ну что, он может мне противопоставить, а? Жить-то со мной, Танечка, интереснее, веселее и в конце-то концов разнообразнее, а? А я бы с этим бы поспорил. Что? Что ты сказал? Поспорил? А ну-ка иди сюда, кефир. Танечка, он решил со мной поспорить. Руби! Господи, за что мне все это? Иди молись, святоша! Ну что, давай поспорим? Эй, вы напросились? Ну что, давай поспорим? Слушай меня, спа! Прекрасно очень все звучит, вы в этом профи, просто асы, вам верят массы. Снаружи все блестит и выглядит прилично и красиво, внутри червиво. Ты очень глупый, примитивный, не даешь спокойно жить. А что ты сам-то человеку можешь предложить? Ты ведь ведешь себя как тролль, даешь рамки и контроль. А человек хочет свободы, он поэтому не твой. Свобода выпрыгнуть в окно и об асфальт разбить лицо. Вот в этом вся твоя свобода. Что твои доводы изменят, все равно нам люди верят, вот и все. Да что ты можешь дать людям, а? Что? Будут люди, люди, люди одурачены по сути. Не курить, не материться, лишь молиться и поститься. Будут лучше люди, люди умирать забавы ради, разбивать сердца друг другу и всю жизнь ходить по кругу. Люди вам не обезьяны, хоть есть у них изъяны. Вашу ложь они раскроют и навеки тьму изгонят. Кто сказал, что плохо это жить в миру, где нету света? Свет на брюхе видит складки, тьма же скроет недостатки. Руки прочь, я держусь подальше. Руки прочь, с нее хватит твоей фальши. Руки прочь, мы все сделаем красиво. Руки прочь, против нас она бессильна. Dance! А ты прав, а никакого конфликта уже нет. Ведь всем известно с некоторых пор, что тьме положен конец. И кто же его положил-то, а? Ты что ли? Нет, не я, а мой Господь. И началось это все в день Рождества. Да сколько можно говорить-то тебе уже, а? Твердолобый! Рождество — это не актуально! Рождество — это не современно! Танечка, а что у людей не современно, то и не работает! Хочешь ли ты сказать, что вот ты вот такой вот весь знаешь, что у нас актуально, что у нас работает? Да. Ну и что же? Деньги! Ай! Мани! Ну, конечно. Бабло! Вот, что актуально и что работает. А что, если хочешь знать, они за эти деньги глотки друг другу перегрызут. Да нет, за эти деньги душу свою мне продадут.
Они все время пашут, пашут, пашут и пашут. А все ради чего? Ради бабосика. Они думают, что это они имеют деньги. Но это деньги имеют их. Мамонна! Вот настоящий бог! Когда их нет, гудит живот, и он гудит, как пароход. Какой позор! Когда их нет, идешь в толпе, и сразу видно по тебе. Деньги — это очень важно. Да. Деньги, можно сказать, это основа человеческого бытия. Да. И вообще, в основе всех политических событий лежит что? 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 Экономика. Амен. Деньги, можно сказать, это вообще наше все. А за все отвечает серебро, золото и другие драгоценные металлы. Танечка, ты даже не представляешь, насколько ты права. Да. Вот эти деньги, дай мне, пожалуйста. Вот эти деньги, они способны на многое, но не на все. За деньги можно купить себе кровать, но не сон. Еду, но не наслаждение ею. Связи, но не друзей. Лекарство, но не здоровье. Секс, но не любовь. Икону, но не веру. Место на кладбище, но не на небе. А все то, что нельзя купить за деньги, Бог дает бесплатно по своей великой
любви. Ну, я же говорила. Понял. По своей великой любви. Это делают небеса, любят тебя небеса,
всегда небеса, вера всегда. Любят тебя небеса, любят тебя небеса, любят тебя небеса. Танечка, я все понял, а я-то тебе тут всякую фигню предлагаю. А тебе же любви не хватает, деточка. А ну-ка, отскочим, побормочим, садись, я тебе сейчас все расскажу. Вот смотри, Таня, любовь, она же бывает разная. Ну, во-первых, там, например, голубая, мазохистская, ну или даже безопасная, ну, чтобы ты не заболела. Господи, или... что ты говоришь, что ты несешь? Я, между прочим, женщина, мне нужна романтика. Так а я вообще самый романтичный, Танечка, а? Ну а что? Нацепишь себе на ирокезик какую-нибудь заколочку с бантиком, наколешь вокруг пупика разные там романтические татушки. Ну, допустим, люблю Евгения Онегина, тащусь от Саши Пушкина, точка. Ну, чем не романтика, а? Таня, Таня, ну кого ты слушаешь? И ты думаешь, что после вот этой романтики тебя посетит светлое чувство любви? Да меня бы здесь на твоем месте стошнило, извини. А вот зависть, между прочим, страшная штука. Ты не слушай его, Танечка. Он не Таня, спас... Таня, да разные вещи. Любовь и влюбленность. Первое – вечность. Второе – сезонность. Молодец, садись пять. Но я же говорю, примитив, одноклеточный. Фу, Танечка, вот я тебя сейчас... Прямо сейчас, во всем, Танечка, просвещу, опачки! Я расскажу тебе кое-что совсем не слово. Я покажу тебе, детка, новый мир. Любовь по правилам, детка, как скучный фильм. Не любовь, а просто нудность, детка, так и тянет заснуть. Тебя мама сказал, что любовь должна быть только одна, с одним из людей. Зачем тебе один человек?
Ну, как тебе моя любовь, Танечка? Твои аргументы меня убедили, что-то в сердце моем они пробудили. Таня, Таня, не слушай его. Похоже, это инстинкт. Эй! Пробужденный тьмою, его это финт. Тьфу! Не строй свою жизнь на основе эмоций. Нам всем ненадолго хватает их порций. За эйфорией придет пустота. Любовь не любовь, когда нет ни креста. Вот только не надо про это сегодня. Не порти нам праздник. Гуляй, преисподня! Мне кажется, я все поняла. В радости смысл бытия. Я с этим согласен. Согласен и я. Ну, радость бывает, радость и рознь. Частенько за нею скрывается кознь. Тьмы ненавидящие, люто тебя. Таня, вернись! Не могу, я в этой радости вся. Выходи из рамок, попробуй все. Только бы хватило баба, забудь обо всем. Когда гаснет свет, тут горит там спор. Ты не будет против противоположный пол. Это новый мир для тебя. Здесь можно все, от начала до конца. Здесь люди все тебе всегда рады. Здесь есть друзья. И плевать, что они гады. Любить тебя по-своему. Расслабься, забудь и растворись. Оставь здесь свой путь, свою жизнь. Расслабься, забудь. Давно нет, я никогда так не танцевала. Я напролет всю ночь прохохотала. Вот это жизнь, Господи, где же я была? Вот это красота. Ой. А где же свет? Он что, еще исчез? Черт возьми. Что? Где? Куда? Я вижу, Танечка, ты любопытной стала. Тебя, Танюшенька, меня и здесь не доставала. Тебя сведу я с тем, кто знает тайны все. Что, абсолютно все? Все, Танечка. Тебя сведу я с тем, кто знает тайны все. На свете найдешь практически ты все ответы, Таня. В интернете! Если ты хочешь много знать, хочу тебе я подсказать, что хочешь, сможешь ты найти неограниченной сети. Ты можешь знать все обо всех, быть в курсе всех земных утех. Перед экраном ты как бог, а без него глупейший лох. О, интернет, с тобой есть все, без тебя нет. В тебе я буду с головой, ведь ты один всего такой. Забуду мир реальный.
жить не буду без тебя. Ты лучший друг для меня, в тебе сокрыта жизнь моя. Никто не знает, кто я есть, но знают все, какой я здесь. Все тайны знаешь ты мои, но я не чувствую вины. В нем можешь быть совсем другим, красивым, властным и крутым. Любому сможешь ты сказать, что о себе он должен знать. Если захочешь посмотреть, как правильно устроить месть, как нужно тело показать, чтоб на экране выступать. Каким быть нужно молодцом, чтоб не ударить в грязь лицом. Есть видео на любой вкус, только успей мотать на ус. Здесь страшно, здесь уже смешно, здесь пошло очень, ну и что? Ты лучший друг для меня, в тебе сокрыта жизнь моя. Никто не знает, кто я есть, но знают все, какой я здесь. Все тайны знаешь ты мои, но я не чувствую вины. О, интернет-обманщик наш, верность твоя всего мираж. Ты завоюешь разум мой, я буду одержим тобой. И стану я в руках твоих, как кукла без мозгов своих. О, интернет, о, интернет, о, интернет. Да, вот скажи, вот ты знал, что постмодерническая метафора лабиринта, возникающая по схеме чего-то там аризомы, стала наиболее содержательной доминантой? Ё-моё, теперь моя жизнь точно изменится. Да нет, вот сейчас твоя жизнь точно изменится. Знаешь, что создатель компании из Unitas Water Drinks... Что? Скайп-сексуал! Ёксель-моксель! Даже бы я до такого не додумался. Свят-свят-свят-свят-свят-свят. Танечка, Таня, а может, ну ее нафиг, этот интернет? Может, махнем на санках, покатаемся? Таня, а может, благотворительностью займемся? А? Все, она... Наша! День Рождества, тьма или свет, праздник ли он, да или нет, кто-то родился или погиб, святой человек или бандит. Вспомнить совсем я не могу, как будто сейчас в каком-то бреду. Христос ли пришел, кто-то другой? Что происходит с головой? Чувствую я внутри ураган, как будто я верю в жуткий обман. Забуду о самом важном, а может, это не нужно даже. О боже, что происходит? О боже, что происходит? Но почему уснуть я боюсь? Неужто в другом мире проснусь? Что-то меня сильно гнетет, как будто со мной правда уснет. По венам моим бежит пустота, потухла, как будто мира звезда. А может, я заболела, и можно спать, ложиться смело. День Рождества. Спать, 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 спать пора. День Рождества. Спать, 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 спать пора. Я помню, что завтра рано вставать. Вот только зачем, как бы понять? О чем это я, да ерунда. Всем доброй ночи, всем до утра.
мы весь год все извращали, внушали его. Теперь все люди забыли раз и навсегда о нем, о Рождестве святом. Вот Бог проиграл, он зря пришел, он зря умирал. Теперь дадим мы этому миру новый лик. Ой, мир, ты влип, теперь мы новый Бог. А мир теперь разукрашенный гроб. Страшись, планета, теперь спасителя твоего нет. Тьма, Бог, твой Бог, утонешь ты в деньгах. Потом навечно захлебнешься в долгах. Мы обещаем, ты очень скоро будешь издыхать. Будешь пахать, ты сердце разобьешь. Его растопчет, а ты не поймешь, что сам однажды отрекся от того, кто боль забрал твою. Не было детей. Ой, я когда-нибудь в этой жизни высплюсь или нет? Ой. Молодой человек! Так, спокойно. Молодой человек, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, конечно, пожалуйста. Это ваш ребенок так вопит? Да, девушка, мой. Молодой человек, сегодня единственный день, выходной, и вы прям встали под окнами и орете. Вот там вот есть детский городок, пройдите, пожалуйста, там погуляйте, девушка, поиграйте. Девушка, девушка, вы поймите, мы просто обошли всю землю и очень сильно устали. Молодой человек, я тоже очень устала. Девушка, ну у нас другая ситуация. Ну, разумеется. Сегодня, в этот день, у этого малыша день рождения. Но об этом почему-то никто не помнит. А что? Должны помнить? Да нет, не должны. Ну ладно, что, мне трудно, что ли? Как зовут вашего малыша? Иисус. Как? Иисус. Какое странное имя. Ну ладно, да бог с ним. Дорогой Иисус, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе всего самого хорошего, слушайся о папу, пусть у тебя будет все в жизни замечательно, только очень прошу тебя, не вопи, а? Спасибо большое. Он улыбается. Как мило. Ну, мы пойдем. Да. Спасибо, да. До свидания. До свидания. О, надо же, весь сон мне перебили, а? Таня! Тань! Что-то еще? А ты, правда, ничего не помнишь? Простите, я что-то должна помнить. Нет, ничего, мы пойдем. Угу. Тань, с Рождеством тебя, с Рождеством. Спасибо, только при чем здесь я, с Рождеством? Так, стоп. Откуда он знает мое имя? Молодой человек! Ушел. Ну ладно, бог с ним. Странно. Как-то все это странно. Иисус, не может быть, точно. Молодой человек, умоляю, пожалуйста, вернитесь, куда же вы, люди, как же мы могли забыть Рождество, Рождество. Thank you.
сказать вам в ком-то, что нужно ей. Собственно, мы хотели всем этим сказать. В мире есть много важных вещей, но есть тот, перед кем все это важное меркнет. Иисус Христос, вот что действительно важно. Важно, что однажды Он пришел на эту землю, посмотрел на нас, таких несовершенных, посмотрел на этот мир и решил прийти и все исправить. Никогда не забывайте об этом. Никогда не забывайте день, с которого все началось. С Рождеством вас! Писание говорит, что Бог послал Сына Своего, чтобы мы не просто в Него верили, но чтобы мы Его приняли и следовали за Ним. И тогда придет исцеление как в жизнь отдельного человека, так и в общество. И сегодня вот по сюжету линии был такой момент сказан. Знаете вы, что такое Рождество? И у нас одна учительница решила, она работает в школе, решила спросить. И оказывается, с 10 класса по 6 дети вообще не могут сказать, что такое Рождество. Единица, один, два человека в классе могут сказать, что такое Рождество. Все остальное – это Дед Мороз, подарки. И мы вообще не понимаем, вообще, как мы живем и для чего мы живем.
Поэтому если этот спектакль немножко вам заставил задуматься о том, для чего вы живете, что мы все однажды все-таки, как и здесь, и после смерти мы предстанем пред Господом. Если мы не с Богом жили, ну тогда печальный конец. Спасибо вам. Спасибо, ребята. Вы молодцы. Ну что, всего доброго. Thank you.